так как воду, которую моют тарелки, сливается в море, и рыбки питаются. И в основном около стоянок кораблей и все интересные рыбы. Сегодня была огромная мурена, она здесь живет. Вот она здесь живет. Вот она вот здесь вот и живет. Около корабля была Stonefish. Замаскировалась очень красиво. Нам обещали выслать фотографию. Вон там, в той стороне, наш отель. Если туда смотреть вдаль, где вот эта гора большая. После 20-го много людей приехало. Мы еще не плавали с трубкой маской на домашнем рифе. Так, может поближе. Вот так вот. Вот здесь живет мурена. На зодиаке. Вон видно течение, кстати. Один раз прыгали на зодиак, из зодиака. Ой, похудели, наверное, 2 килограмма. Вон они, рыбки, побежали кушать. Воду сливаем с корабля. Ну, тоже тарелки будут, они нет.
жрут это. Вон они. А, надо посмотреть, что они там делают. Вот. Вот он помыл. Он там. О, большая рыба, большая рыба. Вот они приплывают сюда жрать. И тут Мурена живет. Где рыбы, там Мурена живет. Что он будет жить, где рыбы нет? Вот такой зодиак. Вон. Мой первый костюмчик стоит. Первая Марес написано. Это все. В общем, после нашего отеля Шам-Салам. Дальше только Беренис, по-моему, отель, и все. И суданская граница. Вчера снимали, везли две машины грузовых верблюдов из Судана. Сказали, что верблюды в Судане самые лучшие. Везут их на базар в Каир или в Александрии. Мы, в общем, тоже их сняли быстренько. Ну, у них такая краткая остановка была.